Всем привет, с вами Пол Тим, и в этом видео мы посмотрим на классную игрушку под названием Marble Run. Как только вы переходите в игру, вы сразу же попадаете на главный экран. По сути, это ваша игровая карта, в которой у вас все, что есть, это круглый шарик и первая базовая платформа. В левом боковом меню вы можете выбирать различные элементы, чтобы достраивать вашу конструкцию. Эти элементы очень разные, разумеется, с обновлением игры разработчики добавляют новые и новые варианты этих построек. Вы можете строить так совершенно до бесконечности, используя только вашу креативность и полет вашей фантазии. Если вам что-то не нравится, вы можете удалять некоторые элементы из вашей постройки, вплоть до очистки всего игрового поля. После того, как вы завершите вашу конструкцию, вы можете нажать на кнопку Play, и шарик запускается на ваш уровень. Вы можете наблюдать, как он двигается по левелу и что вообще с ним происходит по ходу его движения. Кстати, что вам точно понравится, игра абсолютно бесплатная. В нее можно играть, не вкладывая денег, и это большой плюс, мы все любим такие игры. Нажав справа сверху, вы откроете меню, где сможете сохранить вашу постройку, либо загрузиться из вашей сохраненной записи, и также отправить эту постройку, чтобы в нее могли поиграть другие пользователи. Точно так же вы сами можете смотреть базу конструкций от других людей, которые они сохраняют, и у вас к ним есть полный доступ. Выбрав какую-то конструкцию, она прогружается, и вы можете смотреть, как шарик двигается по ней, и точно так же и поработать с данной конструкцией. А именно улучшить ее, добавить какие-то свои элементы, в общем, сделать все вот как вашей душе угодно. Сказать, что эта игра интересная, ничего не сказать. В игрушку, правда, очень круто играть, она увлекательная и затягивает. Хочется начинать новые конструкции и быстро их заканчивать, чтобы смотреть, как шарик проходит вот это все дело. Как и сказал, игра бесплатная в App Store, ссылка будет в описании к этому видео. Переходите, качайте и делитесь вашими конструкциями. А на этом все, с вами был Apple Team. Если тут впервые, подписывайся на канал, ставь свои пальцы вверх, это важно. Делитесь этим видео с друзьями. Не забывай о яблочках, пока.